Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», 11 том, вопрос 2476. Разве такая великая держава, как Америка, не может, как и мы, защитить своих граждан от террора? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Выходит, что не может, так как это выгодно кому-то. Вы или совсем не читаете ничего, что такие наивные вопросы задаете мне? Это же все предсказано было Христом, размножено в проповедях и послании апостолами, а теперь во многих изданиях о том говорят. Луки 21:9. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Откровение 13:10. Кто уведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Матфея 12 глава 25 стих. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Кавычки открыты. Советская Россия. Номер 73. От 1.06.04 года. Страница 3. Волны террора зарождаются в ЦРУ. Труд. Газета «Труд». 18.07.03. Страница 4. Пентагон никто не таранил. Сами свои спецслужбы это и делают по заданию масонов, чтобы затравленные люди возжелали над собой единого правителя, и он не замедлит, воссядет над ними. 2 Фессалоникийцам 2.4. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, то, что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Приятно сознавать день позади. Не убыло здоровье, состояние. Собачью свору смог же осадить. Не пострадать от извергов, от пьяных. Клеветников порогу намело. Злословящих через печать в эфире. Старообрядческую ряску гнал веслом. Поверхность чистоты раскарчивал пошире. Приятно оглянуться на постели, что день прожит не зря себе и ближним. Все выше пули поднимает стебли, их искры доброты безвредно лижут. Одр окружен почетным караулом, еще незавершенных дел благих. После молитвы благостно уснул я, увидел тех, о ком Христа молил. Соединенные в одной цепи деяния, то в будущем, то в прошлом окажусь, то по повелению Священного Писания неисполнимое исполнится же пусть. Мне выпали десятки эпопей, вытаскивал в суды хамье нахалов, с трудом из бороды вытаскивал репей, побитый валяется навалом. Приятно протянуться на кровати, припоручив себя деснице Бога. Не дует из щелей, где конопатил, от холода завесил у порога. Картина к вечеру не та, что поутру. Не зря горбатился, в очередях томился. Без головы моей и без шершавых рук бездомных не нашел бы и не налил бы им миски. Это только за день, за один. Так как же не молиться и Иегове, что так удачно выбил клином клин, успел помыться перед сном я после бойни. 13.12.04. Игла. Игнатий Лапкин.